Я думаю, что, конечно, от лучшего футболиста страны отказывают глупо, если у него есть желание играть за сборную. Я не знаю, почему он решил за сборную не играть, в чем причина. Ну, просто упустил этот момент. Но если есть возможность использовать такого классного игрока, тем более сейчас он в Интере играет в стартовом составе, в топ-команде, в Лиге чемпионов, в плей-офф, я думаю, что, конечно, о чем-то говорить. От таких людей не отказываются, если есть с его стороны желание, тем более, если руководство федерации просит повернуться. Я не знаю, если есть какие-то мотивы, я просто не слежу за этой ситуацией, конечно, что в связи с чем он решил в сборную закончить карьеру. Физически он готов прекрасно, и в Интере состав просто не попадешь, там высокая конкуренция. Я как раз сегодня буду комментировать матч Интера, видимо, Мхитарян будет в составе, я полагаю, ну, по крайней мере, предварительно. В старте должен быть, не исключено, что общение с Чолхоноглу тоже может поспособствовать его решению сыграть в этом матче. Я не думаю, что это может быть какой-то ключевой составляющей его решения. Хотя, может быть, наверняка они как-то это обсуждают, потому что они играют в одной команде и рядом. Это здорово, лишний раз пример того, что футбол объединяет.